Всем привет, друзья! Меня зовут Арсен ВК, это канал PSGOP. Мы продолжаем God of War, Бог войны. Сегодня мы продолжаем дорогу в Хельхейм, и на нашем пути мы встретили одного из боссов. Итак, устраивайтесь поудобнее, желаю вам приятного просмотра. Это легко! Мы же боги! Стой! Пожалуйста, не если древний. Жесткий, короче, понятно. Теперь я знаю, как мы с ним будем расправляться. Нам нужно кидать топор, когда он открывает, сюда, когда он начинает нас стрелять. Это единственный способ его победить. Куда ты бежишь? Да, зря. Ну, открывай. Опа, попали, видите, хорошо. Еще открывай. Как против него? Какой-то слишком тяжелый друг. Давайте еще пробовать. Да. Так. Сюда! С него падают пошли! Осколки, да? Сначала первые. Стопни! Нет, стой! Может, ты не будешь с ним лезть? Пожалуйста, нет! Подумай. Не хочется мне с ним сражаться. Ни в какой раз нас побуждают. Так, давай-ка, открывай. Он следит, он самонаводится. Что это за меня? Нужно доехать. Да? А, вон оно что, вот это. Впереди, сзади! Схема. Значит, это вот, все? Пожалуйста, что будет происходить. Да, вот это очень
Блин, как? Вот от него, короче, выпадают осколки, вы эти осколки сюда, в него пошли. Надо кидать. Но надо эти осколки еще успевать подбирать. Убьем их! Нет, стой! Ну, лучше, пожалуйста, стой. Не иди сюда, кусочка. Его разбегиваешь. Нужно именно топор кидать, эти не подходят, да? Берем вода и Инеистый древний. По пути на гору мы встретили ледяного древнего. Раньше я думал, что все они сделаны из огня и камня. Впрочем, кажется, частичка камня есть в каждом из них. Наверное, этот древний когда-то был частью самой горы. Но потом ему надоело быть горой. И он просто взял и ушел. Так. Обломки древнего. Ледяная печаль концентрации. Редкий пример чары. Повышение сопротивления урона от холода. Сердце древнего, рубленное серебро. Все хорошее у нас, шикарно. Так, дальше. Вот я понял, почему. Так вот, оп, и взрыв. Не, ну-ка, что не получилось так. Почему нет? Сюда. А, то есть его можно было даже сюда гнать и вот так вот бац. Да? И вот так вот. А сейчас еще какой-то босс. На нашем пути нет. А, стрельнуть, да, точно, вроде, да, можно подстрельнуть. Да, дабы вы уже видите. Стрельнуть с лука, а то сейчас бы тупил бы, пипец, стоял бы здесь. Прыгал. А, теперь это мы куда-то тащим, почему, куда? Так, и что дальше мы можем сделать? А, вот сюда поднимем. Хорошо. Что у нас здесь будет? А, здесь у нас просто ящик. Здесь не так уж было важно. Здесь проход именно дальше по сюжету. Здесь... О! Мифический воинский пояс ясности. Посмотрим. Сила, защита, восстановление. Нифига. Минус 7 сил на защиту и восстановление прибавится. Давайте вот этот мифический воинский пояс. Воинский пояс. Так, ну все, дальше нам нужно идти вот сюда. Здесь больше ничего интересного нет, поэтому мы идем с вами дальше сюда. Вот это неплохо, мы с вами нашли мифический воинский пояс. Дальше подъем. Неважно. Здесь у нас свиток какой-то. Это что за свиток? Это у нас что? Это у нас вервинов чаши. Так, здесь больше ничего. А тут
свиток он взял. А, да, свиток. Асгард закрыт. Вот и все. Асгард стал неприступным. Все входы и выходы, кроме тех, что у власти Одина, закрыты наглухо. Нам не грозит ни чума мертвецов, ни агрессия ванов. Известие об этом должно достигнуть ушей благородного Тора, ибо уже скоро ему предстоит сыграть свою роль в плане Всеотца, хранителя ворона. Дальше двигаемся сюда. Кстати, в этой игре, если ты забываешь, что вообще делать, то очень долго приходится вспоминать, поэтому там очень... забрасывать эту не стоит. Мы делаем вывод. Ходить вот в Прогнарёк сразу. Ох ты, еще мифическое оплечье ясности, да. Ну, что-то у нас прям минус идет. Минус. Только защита и восстановление прибавится. Живучесть, сила нет. Мне наоборот сила. Не. Вот это поставим. Пока гномия лучше всего. Потихоньку. О! Это самый Синдри у нас здесь. Что ты тут забыл, друг? Похоже, я брошу все дела. Еще одна лавка. Давайте прикупим что-нибудь. У нас есть, да, возможность такая? Такая возможность у нас, конечно же, есть. Улучшить. Мы можем улучшить. Улучшать стоит, не стоит. Давайте, наверное, купим что-нибудь. Нагрудная броня. А, нам нужно где-то найти этот уголек. Только где вот его найти? Так, ну так вот проходимся. Минус. Значит, уголем сразу. Здесь. Минус. Вот это неплохо. А руны... Рубленное серебро, сила. Сила прибавится. Живучесть плюс 2. Так, что здесь? Что здесь? Ну все, синее уже, короче, у нас вообще мешает. Давайте еще посмотрим, что здесь. Латные. Временно. Так, восстановление нет. Мы только его подняли, не надо. Так, все остальное, все. Ух ты, это что у нас такое прибавление? Гномий и рунный пояс. Нет, давайте. Сейчас у нас откроется, когда найдем. А что нет. У нас не хватает даже, прикиньте, этого? Серебра, да брони этому? Нифига себе, конечно. Странно. И вернемся. Рукоять для топора. О, рукоять для топора на силу надо искать сразу, смотреть. Сила. Че, неужели не то рукояти для силы? Да прям странно. Как так? Рукоять для силы. Живучесть. А вообще, что у нас стоит? Можно посмотреть. Плюс 2, минус 10, удачи не надо. Блин, ну это у нас плохо. Давайте тогда, наверное, что-нибудь прокачивать. Или фан, не можем. Займешься фан. Пламя хаоса нет. Коготь. Не хватает. Куча. Хватает. Нагрудная броня. Мифическое оплечье ясности. Золото гира опять. Мифический воинский пояс. Прибавится нам по... Успешное улучшение, спасибо. Недостаточно ресурсов. И тут. А, давайте сосредоточим. Талисман мы прокачаем. Еще. Можем еще прокачать? Талисман — это полезная вещь. Нет, пока не можем. Пыль миров не хватает. Купить что? Может, тебе вместо меня обратиться к Броку? А что это создать? А купить? А, вот где покупать это нужно. Даже не там смотрел. Нет, это все, конечно, плохо. Очень плохо. Нам это все ничего не нужно. А, он снизошел до меня. Питар. Волшебный камень, оживляющий Кратоса, заполненной шкалой скорости, ярости, точнее, небольшим запасом здоровья. Нажмите, чтобы использовать. Одновременно у вас может быть только один камень воскрешения. Даже не знаю. Ладно, давайте, наверное, поэкономим пока. Да. Немножко чуть-чуть закупились, но у нас есть с вами прокачка навыков. У нас очень много опыта. Левиафан у нас почти весь вкачан, да? Давайте докачаем. Смените стойку на мгновение. Так, а как вообще стойку менять?
это у нас что? Смените стойку на мгновение, приостановившись после любой атаки топором. Ну, вы нажмите R2. Ух ты, ну давайте. Или мне, подожди, у нас мало. Тут 3000 сразу. Давайте посмотрим лучше, да, вот где-то здесь. Вот клинки хаоса. Клинки хаоса пока не можем, нам нужно прокачать. Ага, ну коготь у нас прокачанный, значит, можем прокачать с вами и вот это, яростное окружение. Или нет, давайте прокачаем удары щитом и яростный бой. Яростный бой. Ух, нифига, 4500, и что тут такое? Ой, ну, кстати, неплохо. Это, кстати, неплохо, правда. Ну-ка, давайте посмотрим щитом у нас. Давайте щит, наверное, вкачаем. Давайте просто щит вкачаем. Сражайтесь голыми руками, чтобы выполнить удар щитом и наносите умеренный. Это хорошо еще. R1. Ух ты, неплохо, кстати. Вот это прикольно будет убивать, чисто будем их. Дальше вот это. Нажмите R2 после атаки правосудия стража, чтобы дополнить. Ух ты, дополнить. Давайте вкачаем. Все, больше у нас нет уровня. Мы с вами идем дальше. Так, у нас здесь сейчас будут опять враги. Все, ну сейчас мы здоровье восстановим. Очень мало тут здоровья стало лежать, очень проблем. Сейчас давайте мы с вами применим ярость сразу. Я подожди, давай-ка посмотрим, что у нас здесь лежит. О, тут, наверное, что-то интересное должно лежать. Наверное, что-то хорошее. Броня какая-нибудь? Дайте нам броню. Броню. А, мир тумана. Это какой-то, откройте мир другой. Это нам не нужно. Дальше нам вот сюда, да? Наверх. Или нет. Так, ну что, готово? Активируем. Давайте активируем. Готово. Так, у Атрея стоит. Все, хорошо. Поехали. Мы с ними сразимся. Ну. Еще можем такую волну вызвать, а зачем? Не понял. Ну, давайте еще. Хотя не ладно, все, давайте не будем это делать. А что мы с этого вообще получили? Много чего получили, по-моему. Ничего не получили за это. Ладно, так что не будем активировать еще раз. Так, куда мы прыгнем? Дальше. Еще раз прыжок. Все, мы выходим на новый уровень. Это нас готовит, наверное, какой-то вид. Потому что здоровье здесь, это, наверное, что-то нас собирается готовить. Ну, да? Хватит вам! Молчание уже давит на нервы. Не мешай нам настраиваться. Не мешай нам настраиваться. Так, ну что? Мы с вами сейчас дойдем до сюда. А, не может быть, что тут Бальдер опять будет? Не хочется мне пока с Бальдером сражаться. Я еще не готов к ней, к этой битве. Не со всеми я готов. Можем здесь подняться, это радует меня, то, что почти на месте. Подходить. Наконец-то. Что-то мне кажется, сейчас что-то будет. Откройте проход. Мальчик, руну.
По ней вырежи. Так, давай вспоминаю, как это делать. Оп. Попали. Хорошо, еще раз попали. Попали, еще разок надо сюда. Оп. Попали. Ну, открывается проход в юртовке. Да, хорошо. Это очень круто. Ого. Йотунхейм — это город Йотунхейм. Да. Вот и он. Нифига себе. Ого-го, какая гора-то здоровая. Как нам туда добраться-то? Он прекрасен, да? Помню однажды... Брат, берегись! Сзади. Вальдер, я вам говорил. Да. Скучал? Мал. Вальдер, там Вальдер. Беги, сын, за врата! Нет! Я тоже бог! Я справлюсь! Пусти его! Серьезно? Бальдер, отпусти их! Возьми меня! Я сделал сами! Все это время я думал, что мне нужен ты! Но ты просто мясо! А мозгом оказался мальчишка! Нам нет! Нужна ведьма. Ты сломал врата! Как попасть в Йотунхейм? Ах ты, тупой ублюдок! Уходи отсюда, сын. Да, разумеется, малыш, беги прочь! Пусть твой папочка сам как-нибудь разбирается. Пусти! Успокойся! К этому ты не готов! Я готов! Игра. Что? Зачем? А я-то думал, что у меня семья хреновая. Нифига себе. Твой отец прав. Как-то ты, ну, совсем не готов. Короче, будь так добр, подержи это для меня. Спасибо. Атрей! Никогда не сдаешься! Скинь его просто, возьми и скинь его, что ты паришься? Стой! Нет! Брошь моего сына! Кажется,
кажется, у Кратоса были очень всегда высокие. Вот, он сразу его скинуть не мог. Ну, блин, в чем проблема? Я сразу скажу. А, залез. И что теперь делать? Как теперь? Кратос, пора включать спартанскую ярость и прыгать, как Халк. А, может быть, нам сейчас змея поможет? Должна помочь. Кто мне тут мост открывает? Эй, я задал вопрос. Помоги лучше. Мир опоздал! Дело сделано! Когда этот мост откроется, вся мощь Асгарда сразу обрушится на тебя! Все кончено. Да ну. Что делать будет? Пусть так. Бартер! Нет! Послушай меня! Я помогу! Ну-ка, отступись, или я убью его! Ты ведь меня знаешь! Что ты наделал? Сын! Куда мы сейчас попадем? Я говорил, что Бальдер 100% попадет. Не двигайся. Где ты тут? Сейчас ты будешь слушать, не говоря ни слова. Я твой отец. А ты, мальчик, явно не в себе. Ты вот слишком горячишься. Ты безрассудный и непокорный. Ты отбился от рук. Я не потерплю этого. Будешь чтить память матери и навсегда оставишь этот гибельный путь. Еще не поздно. Не думай, что разговор окончен. Мы здесь из-за тебя, сын. Помни об этом. Да, Андрей явно был не прав. Вообще не прав. Чтобы сейчас здесь оказаться, чисто его вина. И сейчас мы знаем, что где-то здесь есть зловещий враг, который только так хочет так нам холодно. Что-то сделать. Я так не понимаю, это зачем Хель? Ему нужен задаток. Не просто Хель. Это худшее место в Хеле. Вижу корабль. Сядем на него. Он проделает лишь половину пути до храма Тюра, но зато хоть отсюда уберемся. Много тысячелетий хранитель моста не пускал сюда смертных. Но ты вырвал у него сердце, и вот мы здесь. Надо же, как все повернулось. За то, что сказал про маму. Сын? Это не я. Мысли не ты. Как так может быть? Так, ну-ка, бестиарий обновлен. Часовой разбойников. Бросает топоры многие. А, папа может не только обойти щит, но и заставить их спать. Ну, это, кстати, очень полезная подсказка. Бросает топоры. Даже здесь мы не можем здесь предупредить просто. Оп. Что как ты? Там все спокойно, у нас сейчас все получилось. Так, и дальше как нам пройти? Просто поднимаем.
Так, бестиария много, но что обосновывало здесь? Тень разведчик, этот ведет себя как тень, но вместо сейдера использует магию льда. И он точно скитается. Это так, сейчас... был я. Но мы боги. И можем делать все, что захотим. Отвернись, сын. Как я сказал твоей матери, перед тем, как взял ее. Это был не я. Так как не ты? Я бы так не сделал. Тебе нельзя об этом думать. В смысле, ты так не здесь. Да. Надо идти дальше. Да. Попадают не только больные и старые, но и преступники. Хелю нет разницы между нами и теми, кого должны терзать эти видения. Как бороться? Покинуть Хель. Чем скорее, тем лучше. Я не стану брать это в голову. Мимир прав. Это иллюзия. Это был не я. Да как не ты, если это ты? Это то, кем ты станешь. Слушай, я знаю, что мы тут из-за меня. Но я нас вытащу. Честно. Это я нас вытащу, а ты будешь слушаться. По правде, я не такой. Ну уж, надеюсь. Теперь не мешай. Так, смотрите, у нас здесь только один ветер и Хель, значит. Нам нужно все-таки спуститься вниз, там взять... Не хочу торопить, но быстрее нельзя? Не, нельзя. Дай подумать. Вот сюда и взять другой ветер Хель. Где-то здесь должен быть, по идее, да? Да, по идее, должен где-то здесь этот ветер, собственно говоря, быть. А здесь мы видим с вами ящик, отлично. Дай нам еще какую-нибудь броню хорошенькую. Подсыпь нам игра, ну-ка. Ничего не светит. А, ну все, смотрите, здесь больше ничего нету. Зря я сюда чисто ради сундука. Да вот, полз, походу, да? Хорошо, ладно. Ну, сундук тоже хорошо, мы получили сталь. Ну, нам бы сейчас какие-нибудь золото и гейра там. Нет, нельзя нам золото и гейра. Было бы очень неплохо. Так как он такой? Он как Человек-паук, что ли? Смотрите. Он прям правда. Ползает. А, смотрите, у нас здесь еще что-то есть. Давай посмотрим. Что у нас здесь есть? Сверху что-то мы можем найти. Давайте это посмотрим, что мы здесь можем все-таки найти. А где же этот, собственно говоря, Бальдер? А, дальше вот сюда мы можем, да? Здесь тоже ящик, скорее всего. Нет, здесь у нас ветер Хель. Нет, здесь нету ветра Хель. Все, можешь лезть, пожалуйста. А мы опять сюда чисто забрались, да? А, это, короче, у нас путь. Путь обратно, а нам сюда не нужен, да? Да, мы же отсюда заходили, точно, куда-то я ползу, думаю. Так, нужно, короче, найти нам ветер, это, собственно говоря. Чтобы открыть эту дверь. Где нам найти-то такую вещь? Пока непонятно. Пока не видно. А, смотрите, внизу есть ящик. А, мы внизу его открыли, да, как раз все это он и есть. Здесь уже беспокоиться не о чем. Может, сверху будет где-нибудь. Как мне открыть-то эту дверь? Я не чувствую пальцев. Может, нужно наполнить обе ловушки? Да, о, вот это, конечно, ты мне подсказал. Понятное дело, что нужно обе наполнить. Только где мне еще один ветер найти? Вот это что такое? Что вот это? А, вот. У нас здесь с вами есть еще. Yeah!
чего мы это сделали. Ну-ка, теперь топор достаем. Так, сюда. Разгадать эту загадку, как ее разгадать. Офигенно, все круто, все получилось. Ух ты! Что это у нас тут? Пламя хаоса. О, мы можем с вами прокачать клинки. Отлично. А это что у нас за меч? За вещи, трофей, кубик. Хорошо. Так, что у нас здесь? Так, тут есть ящик. Вот это очень интересно. Хочется его забрать все-таки. Все-таки хочется. Мы не можем? А, вот тут надо. По идее, должно здесь пройти. Вот. А как туда пройти? Скорее всего, открыть здесь ворота. Так, нет, туда не пойдем. Сейчас, давай сюда. Сразу не нужно встать. Валим их отсюда. Так, несем сюда. Залезть. Подожди-ка, а как-то залезть теперь туда? Ну-ка, подожди, что у нас тут уже загадки прям поинтереснее, все интереснее, интересно получается. Может, Андрей, мы можем туда посмотреть? Было бы плохо, кстати, если по три собирал бы, собственно говоря, эти ящики. Ну так. Мы отсюда допрыгнем. Отсюда не допрыгнем, кстати. Ну-ка. Оп, не допрыгиваем, а как сюда залезть-то? Давайте смотреть, что у нас еще здесь есть. А, ну-ка, а если оттуда прыгнуть? Ну-ка, давайте посмотрим, да. Скорее всего, это так делают. Вот отсюда мы берем с вами. Так, сейчас. Сюда тянем, а потом заходим наверх, обратно поднимаемся, оттуда прыгаем, и вроде должно все получиться. Другого выхода здесь я не вижу. Отходим. Идем назад. Как мы... А, вот, подожди, мы же поднялись, да? Вот, теперь отсюда прыжок. Да, все, я правильно понял. Хорошо. Что у нас здесь? Здесь у нас... Ух, здесь у нас будут опять враги. Давай, чтобы его притянуть. Может быть, стоит отступить? Нет, нет. А, у нас здоровья мало. Здоровье прям на минимум. Что-то здоровье у нас постоянно хватает. Так, вот так мы подлечимся. Так, ну что, я думаю, на этом уже пора заканчивать.
в следующей серии. Скорее всего, мы опять встретимся с Бальдером. Бальдер. Ага, Бальдер. С кем-то он там. Во, как раз на самом интересном моменте, да? В следующей серии мы с вами пойдем вон туда. А там будет что-то явно интересное. Итак, друзья, ставьте лайки. Те, кто не подписан, обязательно подпишитесь. Благодарю вас за просмотр. Жду от вас комментарий. С вами был Арсен ВК, и всем пока.